Всем привет, привет, приветики. С вами Тизен Котик. Это игра Новый Человек-паук Тим. Ну, это не такой, ну, как и спустя с нами с вами. Ну, не так не играл. Ну, не, это не старый, нормальный. Спайдер-мен. Ну, что, начинаем. Сейчас напишем. Я тоже не написал, алло. Нет, так будет. А нет. Сейчас. Давай. Видите, это так. Все. Все. Сейчас пишу Сильный. Сейчас. Найдите. Немного сложно. Сейчас поищем. Чуть-чуть забыл. Вот так. Вот так вот и не запомните, ребята. Ты чё, английский был? Which, of course, leads to nonsense like this. Это английский? Чё, английский? Я... Ребята, вы знаете, чё, английский? Вы не играли в такую игру с этой байки? What is that? It's our inheritance. Eddie's dad and my dad work together. Я не знаю, кто это за английский. Английский, суп, компьютер английский. Кого именно на русском? Только Магада Стара. Английский, есть мир английский. I knew I could finish what he started. Это симбионт. I felt good. Это игра, вообще это ужас. It didn't last. What's happening to me? Get this off of me! I don't know what the suit had become or what it had done to me. But I have super spider powers and I couldn't control it. So I don't think anyone could ever hope. Как это долго вообще? When Eddie found out what I had done, who I really was, well, he was pretty angry. Our fathers died to create me. And now you will too. Так. Вот так. Что такое? Знаете, На тебе этот семья, то она упфу. Он вообще попутал. Блин, ну это его долго победил. Остань. Все. Спасибо. Скорее всего, понял как. Он, кстати, человек-паук это и как. Он же не такой в костюме. Ребята, он не такой в костюме. Упс. Вау.
Как? А как делать? А чё? Как это? I have to stop him. That means I have to put him down. Fast. Давай. Как ударить его? Давай. Как? I have to stop him. That means I have to put him down. Вот как. Fast. Вау! Means I have to put him down fast. Нет, мы не погибнем. Вот бро. Давай я так. Сейчас так, я тоже попробую. Stop him. That means I have to put him down fast. Я сильно его бью. Killing me. It's killing me. А нет, никак. Раз. Да блин! Ну это сложно пройти, ребят! Как это делать вообще? О! Вот так. Ребята, это сложно, как это пройти? Папа! Ты не поймал паук тупой! А я, скорее всего, понял немного. Эй, ну что меня бьёшь, алё? Он меня скорее бьёт, ну что это вот такое? Давай! О, да, это паунку! Как он вообще больше делает, алё? Как это пройти, алё? Ха! Я даже не узнаю. Давай. На тебе. Тебе больше не хулиганя. Оп! А, ты не поймал. Оп. Да, что взять? Вот что взять будет там? Как это пройти вообще? Давай.
Можно мне жизнь? Как это прочилось? Мне даже ходить хочет. Ай! Как это? А, нет. А, всё? Ну, что это, ма? I've been sitting on my tush all day. Time for a little workout. Нифига. Нифига я. Нифига я. Ладно, не опоздать, чтобы школу. Ну, вот такие вот. Ага. О, а как? А как? Оп. Ну как? Он не заездит. Just a little jump up here. А, вот как. Jump and then jump again. Sure, it breaks the laws of physics, but so do most things I do. It's me. Он, кстати, не так катается тем. Вот так. Да он не паук, вообще-то он какой-то мейнер. И что за паук такой? Так пауки не делают. Ой, капец. It's the sensational talking to myself guy. Как вот все это пройти это? Было. Оп. Yeah, this is exactly why I built web shooters. А чё? А как? Ну как? Я тут... Ну чё тут тебя? Как вообще это пройти? Это квест просто. Как вообще это пройти? Айо! Конечно. Ух, я спугнул. Web zipping is great for low buildings like Опа. These. Опа. 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 These buildings are tall enough to web swing off of. Так какой-то английский паук. Они русские. Would be a lot faster. Ага. Ага, всё понял. Ребята, вы играете какого-нибудь паука, ну там про Питера и про Майлза, ну два еще. Если не играли, ставьте лайки мне. Подписку, комментарии. Какой комментарий? Ой, просто ставьте лайки. Ладно, я подписал. Тут меня зовут Тенис. Почему я подписал? Давай, поехали, пацан! Ему что-то не нравится. Смотрите на это! Если ты и так проверился... Да я залезу! Ладно, ну нафиг. Давай, такси! Таксист! А я таксист! Здравствуйте! Поехали! Таксист! Здравствуйте! Сейчас мы поедем на такси. Мы поехали! Пока! Я еду! Ладно, ладно, не буду таксистом. Лучше я был какой-нибудь водителем. И что тут чего? Тут все, тут машины и песком. Ну да, вижу. Ты что, попутал меня уже пикать? Я по дороге иду, смотри.
Мне нравится так ходить по дороге. Блин, бринс. Все, я пошел. На стрелочке. Ага. Эй, машин! Меня отойди! Алина! Стоять! Меня сначала отвезли, а не другого. И что мы сделаем? У него все там... Отойди. Там есть какая-нибудь другая машина? Например, такси. Подойди, таксист там есть. Ну как вообще? Все, ждем, пока мы едем. Стоп! Все, едем. Как ты и просил. Давай ты зимний сюда, своя дача там по дороге пошел. Мне, кстати, неприятно. Неприятно? Давай. А чё он остановился? Я не понимаю. Чё, стоп? Ещё. Алло, женщина. Вы чё там ходите? Там дороги. Там стоп. А, да ну вам. А, шарлатаны эти. Кстати, по этими отсылками. Я прошел Магнастали и Бакснакс. Кстати, заходите в чат и напишите комментарии. И потом играйте прямо. Приятного просмотра. Чего они там уже пробились? Чего там долгие вообще? Ага, стоять, паук. Тебе идет. Мне нравится по дороге. На тебе. Спасите. А тебе как спасти? О, а почему? А почему меня тут не пускают? Айо! Ты чё, пранки меня уже устраивают? Таксисты! А ну подъезжайте! Чё они вообще делают? Вообще, чё это за повки такие? Женщина, я узнала так полицию. Да полиция. Почему я? Почему? Пока. Почему не нажимается? Он паутинный использует. Ты чё за фигня, ё? Я что-то не понял. Ау. Он так быстрый вообще, как? This guy is a joke. I should just web up his hands and call it a day. I'm wasting my time and Herman's. Let's just web him up and get it over with. А что он меня бьет? Ah,
А правда, диски, ну ладно. Ну, попал. Ау. А что он меня бьет? Алло! Иди сюда! Ты что делаешь? Как вообще это бить? Я это сложно. Как? Меня тоже бьет. Бить хотел. Вот бить! Бьет со мной! Я его бью. Он как? Слушай, заворачивает меня. Как вообще это бить вообще его? Какой сил это делать, алло? Вот ты! Давайте, копы, стреляйте! Не боятся! И чё только? Вообще эти... бейсбольники! Они так и приехали на себе, вот... Какой сил это бить, чё, алло? Как это бить? Это непонятно! Ребята! Ладно, ладно. Не буду сегодня про то. И как уйти? Алло! Подожди. Ладно. Не будем это все проходить. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Тизен Котик. Играйте в Спайдермена. И всем пока-пока.